Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами мы находимся на Балканской площади и пойдем вместе в магазин «Галамарт». Сейчас как раз с 24 числа начал действовать новый небольшой каталог, новые акции появились в магазине «Галамарт». И вот здесь я вам показываю, что, например, сегодня последний день, когда фен стоит 199 рублей либен. 28 февраля по 1 марта смартфон обучающий будет 19 рублей всего стоить. Также блендер войдет в акцию 399 рублей. Конфеты за 40 рублей 7 марта вы сможете приобрести. И 8 марта тюльпан будет стоить всего 1 рубль. На входе сразу стоит стоечка идеи для подарка. Здесь очень много техники компании Liban. Это Китай производства. Например, вот такие весы кухонные сейчас стоят 582 рубля. Мультистайлер по акции. Ценник оранжевый. Утюг дорожный складной с отпаривателем 659 рублей. Дорогой утюжок вопреки. Керамика, керамические пластины 329 рублей, приятный цвет у него, кстати. В акции мультистайлер для волос с тремя сменными насадками 1649 рублей. Нет, дорогой триммер, но он здесь идет не по акции 329 рублей, электрический, женский, универсальный. Пилка для ногтей электрическая роликовая стоит сейчас 307 рублей. Подарочная складная 29 рублей в разных цветах. Тут она есть, размер 10 на 10. Такая же коробка 15 на 15. И всякие небольшие подарочки здесь на стойке выставлены. Коробочки. Роза 186 рублей. Немного недорогой техники Liban. Опять же, стойка идеи для подарков 549 рублей. Оранжевый ценник стоила 900 рублей. 50 грамм загрузка у нее. Емкость для кофе. 50 ватт. Кто пользовался техникой Liban, как она называется правильно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Красивые наборы подарочные под брендом Maura. Здесь два крема в наборе. Один восстанавливающий, другой питающий. 75 мл. 9 рублей. Подарочный набор, в который входит мицеллярная вода. Очень красивая у нее просто упаковка. Салфетки подарочные с мыльной розой в комплекте. 79 рублей. Уже наборчики в фикс-прайсе сейчас есть в виде тортика. 149 рублей подарочный набор. 4 розочки из мыла и мишка. Шипучая соль для ванны. Маленькие радости. Стоит она здесь 39 рублей. Акция по 10 марта проходит. Вот здесь раскрыта упаковка. И соль выглядит вот так. Еще соль для ванны в виде маленьких гранул 54 рубля. 119 рублей полотенце в коробочке 30 на 50. Набор подарочный 109 рублей. Здесь два предмета: соль для ванны и жемчужины для ванны. Лойка для волос яркая 439 рублей с функцией расчески 220 ватт. Есть плойка для завивки тоже яркая 220 ватт 329 рублей. Галамарт предлагает нам дарить на 8 марта еще фены. Набор дорожных в сумочке он называется 879 рублей. Фен двухскоростной, складная ручка и еще две расчески в комплекте. Тоже бренд Liban. И еще фен для волос 1500 ватт. Две скорости 1319 рублей. Весы напольные в Галамарте сейчас можно купить всего за 500 рублей. 28 на 28 сантиметров. Стоили они 713 рублей. Здесь максимальная нагрузка 180 килограмм. Фоторамка с жемчужинами 20 на 15, 240 рублей. Это тоже стоечка идеи для подарков. Красивая очень рамка. Вот это выглядит очень нарядно, тоже 240 рублей. Шкатулка для украшений с зеркалом 12 на 17 и на 6 на 7 сантиметров из полиэстера, 4 цвета, 572 рубля. Вот так она выглядит внутри. Вот альбомы на 200 фотографий 390 рублей. Шкатулка для украшений в виде сумочки, а рядом в виде книги. И еще шкатулка для украшений с единорогом 14,7 на 18,6. Жемчужная ручка 690 рублей. Всевозможные фигурки. Только одна фигурка по акции, кстати, 239 рублей. Вот такая статуэтка пара 429. Подарочные коробки 16 на 12, 49 рублей. И рядом еще коробочка с бантом 12 на 16, 83 рубля. Всевозможные расчески по 109 рублей, даже вот такая красивая переливающаяся. Здесь есть расчески и в виде ракушек. Классическая стоит 131 рубль. Лампа для сушки гель-лака сейчас стоит 399 рублей, кстати.
Смотрите, сколько у нее светодиодов здесь. Вот эта лампа. USB-провод 1 метр, 12 светодиодных ламп, мощность 36 ватт и размер 21 на 16 и на 7. 399 рублей стоила прежняя ее цена. Кстати, не указана. И эта акция до 10 марта. Всю технику Libben, видимо, решили выставить здесь, в эту акцию. Но по оранжевым ценникам на самом деле не все. Поэтому смотрите, вот, например, такой блендер. Измельчитель электрический, вернее, 1,2 литра чаша, подешевел на 600 рублей. Весы кухонные 719. И еще блендер. Здесь три насадки, лезвия, два режима работы. Тоже прилично подешевел на 800 рублей. 400 ватт, 1699 он сейчас стоит. Зеркало настольное с подсветкой стоит 799 рублей. Тоже приличная по нему скидка. Есть USB-провод, либо работает от 4 пальчиковых батареек типа АА. Еще одна стойка акционная по 10 марта. Кружка 8 марта, 330 мл, 79 рублей. Производство этой кружки Китай, но очень достойное качество. Красиво пропечатанный рисунок. Все очень красиво. Полотенце, салфетки подарочные с мыльной розой внутри. 79 рублей. Тоже акция по 10 марта. И все бокалы, которые я вам показывала ранее, тоже по 10 марта акция на них действует. 119 рублей. Вот такие два шикарных бокала. Вот они. Чайная пара. Блюдце плюс кружка. 99 рублей. Красивые в индивидуальной упаковке. 200 мл чашечка с цветами. Здесь еще такой вариант. Все производство Китай. Детское махровое полотенце 100% хлопок. В индивидуальной упаковке 349 рублей. И до 10 марта можно приобрести плед из микрофибры. 2 метра на 2,20. Дизайн у этого пледа снегири. Видите, на веточке. Еще рамочка 209 рублей. Набор доктора 15 предметов 199 рублей. Он есть и в розовом цвете, вот для девочек. Табачка в сумочке 399. И вот такая еще умный интерактивный питомец. И стоит он сейчас 500 рублей. Теперь давайте посмотрим, что есть на стоечке. Лучшая цена. Сразу меня привлек вот этот набор терка горизонтальная плюс пластиковый контейнер 197 рублей. Чайник заварочный 750 мл 307 рублей. Это все производство Китай, бренд Вета. За 505 рублей вот такая интересная штука. Ветчинница из нержавеющей стали 11 на 17 сантиметров. Вот так выглядит корпус. Нержавеющая сталь, кстати, очень плотная. Махровое полотенце 70 на 1,30 м. Большой размер 300 рублей. И это Узбекистан. В светофоре полотенца, которые сейчас приехали, они гораздо лучшего качества, но эти тоже неплохие. Очень приятный лавандовый цвет. Плед флисовый, 1 на 1,30 м, 149 рублей, 10 цветов, однотонный. Вот цвета этого пледа. Огромная банная мочалка с ручками, 30 на 13 на 5, 197. Ну и здесь ланчбокс. 759 рублей. Ланчбокс под брендом Сатоши. Это тоже Китай. 759 рублей. 1 литр его емкость. Еще термос. Кружка 450 мл. И еще термос 750 мл. 350 рублей. Термос кружка вот так выглядит. Из нержавеющей стали. 384 рубля. Тоже бренд Сатоши. По акции сейчас идет набор для бульона. Два предмета. Блюдце и кружка 329 рублей, а также горшочек для запекания. Вот такой горшок для запекания 270 рублей. И бульонница с блюдцем. Казан 1000 рублей, это производство Китай, 26 сантиметров, нержавеющая сталь. Я такой казан покупала в прошлом году и, конечно, не за 1000 рублей, гораздо дороже. Его можно использовать как сковороду вок. Он такую же форму имеет. И здесь, помимо всего прочего, еще палочки идут в комплекте. И вот такая вот лопатка 3 литра. Подходит для всех видов плит. Паша Бахче тоже выставила свою продукцию в акцию. До 10 марта набор стаканов для сока 6 штук 200 мл. Стоит всего 149 рублей. Отличная цена. Вот эти стаканы. И стопочки 6 штук, 115 рублей набор. 6 стаканов 260 мл, 159 рублей. Тоже компания Паша Бахче.
Все бокальчики выставлены, можно посмотреть. Здесь еще наборы бокалов. Два бокала от Пашабахче для шампанского. Тоже приличная акция. 149 рублей. Цена отличная тоже. И 129 рублей 250 миллилитров. Бокальчики. Две штуки. Какая классная штука. 329 рублей. Тартовница. То есть, видите, она крутится очень хорошо для тех, кто любит изготавливать торты. И здесь разные дизайны есть. Вот еще такой. Можно бесконечно на нее смотреть. Внизу у нее вот такое крепление. Ее можно хорошо на праздничном столе использовать. Не обязательно для торта, для закусок. Есть еще дизайн со специями. И вот такой с гамбургерами. Отличная штука. Отличная акция в Галамарте. Есть еще оптом дешевле. Ее тоже просматривайте. Вот, например, пакеты для завтраков. В одной упаковке 8 штук, так они стоят 19 рублей. А если вы купите по этой акции, то вы 10 упаковок купите за 130 рублей. Если без акции, было бы 190 рублей. Например, перчатки тоже. Так бы было 290 рублей 10 штук, а по акции 220 рублей. Вы получаете, как бы одна штучка стоит 22 рубля. Салфетки эконом универсальные, 142 рубля. Набор салфеток сейчас стоит 29 рублей. 3 штуки 30 на 38. А насадка для швабры 65 рублей 40 на 10. Давайте также посмотрим акцию. Все по 49, 39, 29, 19 и даже 9 рублей. Что сейчас Галамарт предлагает? По 49 рублей здесь идут щипцы, ножиточка. Набор небольших сит. 3 штучки. Нужная вещь, кстати. Вот еще ручка для крышки 5 сантиметров, тоже 49 рублей. Ножиточка рыбка. Набор пакетов для замораживания. 25 на 35, аж 30 штук, тоже 49. И фольга алюминиевая. Губки для посуды в вакуумной упаковке. И рукав плюс бумага для запекания. Набор для кухни тоже 49 рублей. По 29 рублей здесь лежит открывалка. На нее, кстати, были не очень хорошие отзывы. Губка. Какая-то игрушка коллекционная. Мини-фигурка в колбе. Конструктор 24 дизайна. Овощечистка разных цветов 29 рублей. Небольшие косметички простенькие на замочке. Набор салфет, щеточки и пакеты для продуктов. 100 штук, 22 на 33 сантиметра. Супер цена на санки. На следующий сезон можно закупиться. Санки-ледянки 19 рублей. Сумка хозяйственная с вырубленной ручкой. Полипропилен 40 на 50. 4 цвета. На самом деле у нас тут только один цвет. Желтый тоже 19 рублей. Крючки самоклеящиеся. Две губки. Губки для обуви. Еще запасной блок для очистителя туалета. Воск для обуви. За 39 рублей у нас здесь металлические губки. 3 штуки в наборе. Шпажки, кстати. А здесь 90 штук, 25 сантиметров в фикс прайсе. По-моему, 50 рублей. Здесь 39. Ролик для чистки одежды. И опять же пакеты. 50 литров, 10 штук. Мешки для мусора желтые. И вот акция 9 рублей. И вы не поверите, в Галамарте есть даже санки за 9 рублей. Тоже запасаемся на следующий год. 109 рублей их изначальная цена. Здесь все просто. Здесь салфетки. Губка, одна металлическая губка, свечки, крем для обуви, еще одни санки-ледянки за 9 рублей в магазине Галамарт. Это реально. По этой акции еще туалетная бумага Сандей двухслойная белая, 4 штуки в упаковке, 39 рублей. Здесь можно бесконечно ходить по Галамарту. Вот, например, еще диспенсер с губочкой, тоже интересный очень, 259 рублей. Оранжевый ценник. 11 рублей мыльница, 10 на 7 на 3,5 пластиковая. Она здесь еще и зелененькая. Кому нужна пробка для ванны, приходите в Галамарт, 29 рублей. Щепки 12 штук и 16 штук, соответственно. Щетка для замши и ноутбука 49 рублей. Кстати, сушилка для обуви здесь стоит 159 рублей 12 ватт. А еще есть вот такая 179. По Галамарту очень интересно гулять. Например, вот сейчас домик для кукол. Отличный деревянный домик из фанеры. 599 рублей стоил 856. Ну, есть мебель, например, 249 рублей. Прекрасный подарок. Ребенок еще может это все разукрашивать.
Здесь зал. Прихожую можно отдельно приобрести тоже 249 рублей, то есть за 800 рублей. То есть за 1000 рублей можно обставить этот домик мебелью, еще и акриловой краской все это ребенок покрасит. Отличный подарок будет. Много всяких наборов для творчества. Например, набор для лепки с изображением героев «Три кота». Вот тесто для лепки, набор для лепки. Фигурка из пайеток тоже по акции сейчас 229 рублей. Набор для грима 49 рублей. И картина из страз 299. Осталась тут последняя уже такая покоцанная. Размеры 20 на 30, видимо, все раскупили. До 10 марта, например, акция идет на картины из песка. И картины еще из ниток и блесток, тоже 99 рублей, они стоят до 10 марта. Во всех отделах есть акция «Лучшая цена», все нужно просматривать. Вот, например, ручка шариковая, всего 3 рубля. Такая ручка с зайкой, 29 рублей. Ручка «Знак зодиака», вот здесь на крышечке нарисован, тоже 29 рублей. Вот 49 рублей цветные мелки, пальчиковый футбол. И даже настольный футбол. 39 рублей, например, вот такие картины из страз. Мячики стоят сейчас 44 рубля. Например, вот зубная паста Блендамед. То есть очень много всего. Зубная паста Colgate. 4 вида, 100 мл, 54 рубля. В целом очень много интересных товаров по недорогим ценам в магазине Галамарт. Если вам интересны такие обзоры, то обязательно пишите. Буду заглядывать сюда чаще. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. До свидания и до новых встреч!